В поселке Защиганск множество кафе и ресторанов, которые на сегодняшний день из-за карантинных ограничений простаивают или вовсе закрылись. Сейчас отдел культуры и развития языков Уральска принимает заявки от предпринимателей и подбирает подходящие здания для будущего Дома культуры. Население Зачаганска стремительно растет. Ежегодно здесь строятся новые дома, школы, детские сады и поликлиники. Но до сих пор нет своего центра досуга. Что думают об этом зачаганцы, сейчас мы с вами узнаем. Мне и моим друзьям после школы некуда ходить. Хотим посещать какие-нибудь центры или кружки. Я, например, люблю танцевать. Если у нас откроют Дом культуры, обязательно запишусь в какой-нибудь кружок. Этот Дом культуры, вы говорите, досуг нужно организовать в нашем микрорайоне, потому что населенность нашего района очень большая, все больше и больше. Здесь нужно досуг организовать для детей обязательно, потому что этого нету. И для пенсионеров тоже. Очень много здесь пенсионеров, активных, позитивных пенсионеров очень много. На сегодняшний день в Зачаганске насчитывается более 72 тысяч жителей. Район густонаселенный с развитой инфраструктурой. Вопрос об открытии Дома культуры постоянно поднимался на отчетных встречах. Возможно, эта проблема решится, если городской отдел культуры и развития языков найдет подходящее для этого здание. Им может стать любая тойхана или кафе, которые сейчас из-за карантинных ограничений простаивают. Здание должно быть не менее 1500 квадратных метров. Кроме концертного зала, здесь должно быть не менее 10 комнат. Сцена и соответствующее сценическое покрытие. 200-350 зрительских мест. Необходимая мебель, звуковая, световая аппаратура. Есть и другие требования. Если мы найдем подходящее здание, готовы взять его в долгосрочную аренду. На сегодняшний день многие кафе и рестораны изменили вид деятельности. Здесь открылись детские сады, магазины, центры досуга, объекты сферы услуг. Как сообщили в профильном ведомстве, желающие предоставить здание под Дом культуры в Зачаганске могут обращаться по телефону 50-42-73. Специалисты готовы рассмотреть все варианты и предложения. Альбина Кумаргалиева, Талгат Муратбаев, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.